бабушка ваша сидит и играет, и со стула часами иногда не встает, и бывает вас нахер порой посылает. Значит, девушка ваша по-любому задрот! Go Fast Break! И сегодня мы вам расскажем, как отучить девушку задротить. Единственное верное средство – это отправить женщину на мать ее кухню. Милая моя, не могла бы ты мне приготовить что-нибудь вкусненькое? Да, дорогой, я подарю тебе свежих яичек. Яичи, говоришь? Тогда, может, овсяной кашки? Кашки, говоришь? Хорошо. Тогда я приготовлю настоящую вкуснотищу. Яблочную шарлотку. И для этого нам понадобится отборная мука, сливочное свежее масло, яблоки отменные, конечно же сахар, один стакан. Конечно же куриные яйца. Первым делом нам нужно почистить яблоки. Немного сахара. И не забываем добавить сливочного масла. Когда масло здесь везде, пизданем мы по доске! И последний штришок добавим в стакан муки. Легко! И немного размешаем! Осталось добавить картофель. Ну а теперь осталось добавить наших нарубленных яблок! Вот и все, сегодня мы вам рассказали, где настоящее место женщины. Не здесь, мать его, а на кухне! Да, сука! А я приготовила. О, вот и вкусняшка! Это что, блин, за гадость? Пойду плевану! А я пойду поиграю. Внимание, не переключайтесь, у меня для вас офигенная акция! Купи 3 рандом ключа в магазине gamerhead.ru и получи возможность воплотить свой сценарий для КПМ в реальность! Акция продлится до 1 ноября, после чего мы выберем одного из авторов и снимем по его сценарию офигенный выпуск КПМ! Также по желанию участники акции получат автографы себе на стену ВКонтакте, ну и само собой сигны! Участвуй! Подробности акции в описании к видео. Там же и ссылочка на магазин.